Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео. Ой, прошу прощения, у меня что-то все падать пытается. Снимаю сегодня видео о планах. О планах в раскрашивании. Хочу показать вам, какие раскраски я планирую в этом месяце задействовать. Конечно, их будет не так много, как может хотелось бы. Но это... скажем так, предварительные планы. Я жду еще пару новых раскрасок с какими-то пока не совсем уверена, поэтому делаю такие для себя предварительный план. Начну с них, а дальше посмотрим. Ну, первое, в планах, как всегда, мы сыры всегда красим. Они даже порой не входят в планы, но когда есть время, я все равно раскрашиваю. Мне нравятся кошки. Поэтому в планах кошки. Соответственно, по номерам цветовые квесты. Это города и животные. Также обязательно в планах. Так, сейчас попробую без потерь достать. Это колортроник. Мы здесь тоже сыры постоянно красим. Бывает, смело еще красим. Поэтому в планах мне тоже он нравится. Дальше. Также у меня в планах Алиса от Джона Тэниела. Раскраски, поднимающие настроение. Здесь односторонние тоже иллюстрации. И мне нравится их раскрашивать. Мне нравятся такие вот, знаете, простенькие отдыхалочки. Поэтому... решила оставить в планах. Дальше. Также у меня в планах по номерам Дисней. Я сюда принесла одну книгу. Я пока не определилась, какая это будет именно книга, поэтому просто взяла Дисней. Ну, скорее всего, это будет эта книжка. И не взяла, забыла принести «Звездные войны». Скорее всего, тоже они будут в планах. Ну и также сразу покажу. Она тоже относится к этой категории. Также у меня в планах будет по номерам. Вот такая вот антистресс колор. Бунамбер. Это Дэвид Вудроф. Совсем недавно у меня она появилась. Я влюбилась в эту раскрасочку. Здесь односторонняя иллюстрация. Бумага, конечно, тонкая. Тоньше, чем я ожидала. Ну вот... мне нравится здесь красить, тем не менее, поэтому она остается на март месяц. Дальше. Керберозанос. Ну, скорее всего, мы уже выбрали даже иллюстрацию здесь, поэтому остается в планах. Мы здесь все время сыры красим. Геоморфозы. Здесь тоже мы сыры постоянно красим и решили... здесь не так много иллюстраций осталось. Скорее всего, мы ее просто закончим уже в ближайшее время. Что касается остальных Кирби, пока они тоже в планах, но думаю, допустим, «Хрупкий мир», я просто жду зарубежное издание и сюда не советское не буду нести. В том плане, что ну, смысл в двух одинаковых раскрасках начинать, я жду все-таки, хотелось бы зарубежная. Поэтому она будет в планах. Но пока жду. Дальше. Что-то я плохо подготовилась. Девчонки, извиняюсь. Забыла пару раскрасок. Думаю, что-то мало. Соответственно... по-любому в планах будет Средиземье. Мы здесь тоже красим сыры каждый месяц, поэтому, естественно, это тоже остается на март месяц. Даже не обсуждается. Очень хочется задействовать в этом месяце Хоббит. Мне ее подарила Мила на Новый год. И я вот все как-то уже январь, февраль никак не начну. Поэтому очень хотелось бы начать эту раскрасочку. Что-нибудь здесь раскрасить. Для начала что-то с фоном, потому что ну, вот такие вот немножко пугают меня иллюстрации, которые
пустые. К сожалению, пока фоны мне не удаются. Поэтому что-то будет, скорее всего, с фоном. Спасибо, Мила, огромное. Я мечтала об этой раскраске. И вот она у меня теперь есть. Дальше. В планах вот такая вот феечки будет раскрасочка. Еще одна будет мне придет. Я знаю точно. С феечками. Хочу тоже начать. Это новое. Она мне не так давно появилась. Поэтому здесь очень шикарные, красивые феечки. Здесь шикарная бумага, здесь обалденные иллюстрации. Ну, в общем, а нет, можно считать односторонние. Мне очень хотелось бы ее все-таки начать в этом месяце. Тем более, что есть весенние иллюстрации. Дальше. Взяла Ханну Карсон «Рассветный час». Здесь мы тоже стараемся сырой красить. На каждый месяц. Мы, в общем-то, во всех книгах Ханны Карсон, ну, все, что у нас есть, постараемся пораскрашивать. Но как-то вот я немножко подотстала от Иры, так как, ну, не знаю, как-то вот был кризис такой, что ли. Не хотелось красить, и очень мало раскрасила в предыдущем месяце, да и в этом не особо много, поэтому хочется раскрашивать как можно больше в Ханне, поэтому я принесла сюда несколько книг, но в целом, наверное, это будут все книги в Ханне. Скорее всего, времена года. Здесь, понятное дело, раскраска уже начинается с весны. Я еще не знаю, что именно я раскрашу по весне. Хотя, честно говоря, ну, вроде как начинается с весны, но все они такие... Не все весенние, как вот по мне. Но что-нибудь я, скорее всего, здесь раскрашу. Здесь вот, кстати, тоже есть нарциссы. Естественно, полуночный маскарад. Тоже, скорее всего, тоже здесь буду раскрашивать. Я обожаю эту раскраску, она мне очень нравится. Я здесь тоже раскрашивала, но как-то, опять же, повторюсь, в прошлый месяц я пропустила. По-моему, если не ошибаюсь, даже 2 месяца. Такой вот у меня котик был. Здесь была... Здесь такая вот красивая дама. В общем, не знаю, хотелось бы пораскрашивать, успеть здесь с удовольствием. Здесь, кстати, есть такие цветочные иллюстрации, то есть можно что-то как на праздничное красить, а можно уже такое ближе к лету. Так, прошу прощения, пошумлю. Здесь у меня я красила призмами, они вот нравятся мне, эти карандаши, но нужно быть аккуратным, соседние странички бывает из-за них пачкаются, из-за призм. Дальше. Рита Берман. Я очень надеюсь, что я задействую все эти раскраски. Здесь тоже времена года, прогулка по временам года. И, понятное дело, начинается она как раз-таки с весны, вот с такой прелести. Поэтому, конечно, мне бы хотелось ее раскрасить. Здесь очень красивая иллюстрация, здесь шикарная бумага. Ну, как вы уже понимаете, здесь... Все времена года, весна не исключение, и лето, и весна, и в общем. Ну и я думаю, что что-нибудь я здесь раскрашу. Это основные раскрасочки. Также у меня есть еще 2 раскраски, которые я пока, знаете, на распутье. Наверное, как будет время. «Игра престолов». Что-то у меня в последнее время с ней... Не сложилось как-то. Так хорошо начала. Начинала я красить. Ну, вообще начинала с... Самая первая иллюстрация моя была. Это был меч. Я красила по мастер-классу. Я считаю, что справилась. Красила меч. Красила вот с
сыры мы раскрашивали зиму, зима близко. И потом какой-то, знаете, не знаю, что не так. А я красила здесь еще, мы красили вот сырый красный замок. Ну, не то чтобы я справилась, но неплохо. Простенько, но неплохо. Здесь вот я даже пыталась акварелить, но не очень, я бы сказала, неудачно, но тем не менее. И как-то вот на этом все. Мы начали красить. Сыры договорились раскрасить драконов и что-то. Вот видите, я начала. Мне не понравилось, как получилось у меня небо. Я его испортила. Опять же пыталась акварелить. И, видимо, то ли расстроилась, то ли что. И вот часть раскрасок у меня как-то... Я подрастроилась, я испортила и забросила их. Несправедливо, конечно. И поэтому я очень надеюсь, что я исправлю положение, что я раскрашу раскрасочки эти. По крайней мере, группы столов я очень надеюсь, что я все-таки раскрашу. Поэтому, конечно, она будет, наверное, в планах, но как-то так думаю пока. Следующее, что Гарри Поттер тоже. Я люблю Гарри Поттера, я люблю эту раскраску, она мне нравится. К сожалению, только одну иллюстрацию здесь полноценно раскрасила. Красила карандашами. Такая вот получилась достаточно яркая. Ну и на этом как-то все. Я остановилась. Я начала тут одну иллюстрацию, пока еще так сыро, скажем так. Только самое начало. Но вы знаете, я все больше убеждаюсь, что эта раскраска, по крайней мере, именно эта, по большей части все-таки, наверное, под акварель. Не знаю, может, я заблуждаюсь, но большая часть под акварель идет. И не знаю, не все иллюстрации можно обойтись без акварели. Поэтому, ну, как на мой взгляд, не знаю, пока вот тоже... Она будет в планах, но, честно говоря, я, прошу прощения, не уверена. Ну, из основных это, наверное, все. Будут еще там, может быть, малышки какие-то, что-то, может быть, добавится, что-то уберется. Предварительно это все, что хотелось бы раскрасить. Их тут немного, но и немало. Две этих под вопросом, под большим. Но «Игру престолов» мне бы хотелось оставить, потому что прям совсем оставить, раскрасить. Мне хотелось бы ее, ну, фактически на постоянной тоже основе красить, потому что, ну, красивые иллюстрации, красивые, получается, работы. Просто вот, не знаю, что-то не пошло с небом. Как-то все так никак. И я расстроилась, и зациклилась на этом моменте. В общем, да. Буду, конечно, стараться исправить, но не знаю. Вот такие у меня будут планы в этом месяце. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем весеннего настроения. И пока-пока.